Okay, now we have one more presentation for today of our friend Sergey Jura. Yes, and yes, but wait. Раз, два. Пошла, да. Право, влево, да? Дорогие друзья, уважаемые коллеги. Hello everyone, dear colleagues, dear friends. Позвольте передать поклон вам из Донбасса. Best regards from Donbass. В вашем лице России и судьбе. За возможность выступить у вас и прикоснуться к исследованиям. Thanks to the team and to Russia and the ability to have a speech here. Особое спасибо профессору Короткову Константину Георгиевичу. Special thanks to Dr. Korotkov. Без его помощи мы бы не смогли ни приехать сюда, ни провести исследование, поэтому большое вам спасибо. Help, we will not be able to come here and do any research. В этом докладе мы постараемся рассказать, во-первых, у нас осталось, как мне сказали, меньше 18 минут уже. Вот. То есть он будет очень быстрый и такой с телеграфным стилем. So we'll have to speak very fast because we have only 18 minutes left. Six. Основная идея доклада состоит в том, что мы предлагаем, приглашаем принять участие в этическом, в изучении этического вектора развития ГРВ-технологии, поскольку видим в нем возможность человечеству выжить. So we try to drag your attention to the ethical point and ethical point in development of the GDV technology in particular that we from our point of view is a significant factor in survival of the whole humankind. Начнем немножко сдалека, чтобы понять масштаб проблемы. Мы полностью согласны с мнением лидера большого русского мира о том, что все проблемы в обществе, в государстве, в мире лежат в плоскости нравственности, и решение нравственных проблем является основной задачей человечества. So here is the citation of Vladimir Putin. I think you know him. Yep. Okay. So the citation is that. All the problems in the society and in the government and the whole world are lying in the field of the morality. And solution of these moral problems are one of the main tasks for the humankind. И это мнение неожиданно для нас подтверждается в 50-м докладе Римского клуба. So almost the same conclusion was made on the 15th thesis of the Roman Club. Дело в том, что предыдущие 49 докладов говорили о том, что западный мир прав, а Россия виновата. So it is being said that well, lots of things about the speculated capital and that 98% of the capital is speculative and that humankind is going to a disaster by following the same trend as it's going now. Пожалуйста, меня переводите хорошо, а не то, что там написано. Я же стараюсь сокращать. Okay, and
It is said that the way the Western world, where the Western world is going, is not the way the Russia is going. Mm-hmm. So, and in many, как вы сказали, во многих 49 докладов говорит, вот в этом докладе говорится, что Россия... С 1 по 49 доклад говорится о том, что Россия виновата. I got it. И только в 50 докладе вектор меняется на обратный. So the interesting thing that from the first to the 49th of this thesis of the Roman Club was stating the same, that Russia is a big problem to the humankind, whilst the Western world is right, whilst suddenly in the 15th report it's opposite. И это замечательно, как для нас. And it's wonderful from our point of view. Дело в том, что мы полагаем, что идет сейчас, продолжается древняя мистическая война между торгашами Запада и главными и настоящими героями Востока, как их определял Вернер Зомбард в своей книге «Так торгаши и герои». Германия. Да. So there's a big citation of Werner Zombert from Germany, who has written a book about trader and a hero, where he is stating about the Western world as being more trader and a hero being an Eastern. Мы полагаем, что идеологией и философией победы будущей является русский космизм. Okay, so we are thinking that the one of the opportunities of the positive philosophy that can be used for survival of the humankind of the Russian cosmism. Дело в том, что нет в науке доказано, что нет немецкого космизма или французского космизма, есть только русский космизм. Я не думаю, что кто-нибудь знает, что это такое. Это философия, да, философия. Я сейчас объясню, что это такое. Okay. Mm-hmm. So there is a definition of the Russian cosmism, while there is no definition of other types of cosmisms. We'll try to listen to the definition. Дело в том, что русский мир, согласно Достоевскому, впитывает боль всего мира и отвечает на эту боль. So according to Dostoevsky, you all know him, Russian mentality is absorbing the pain from all the world and is reflect and reflect to this. To this pain, yeah. И поэтому миссия русского человека всемирна. So that is why we are like the mission of the Russian person is the for the whole world. Причем это не русские не по национальности, а по духу. So it's not the nationality of the Russian, but by for the mentality. И границ, да, и граница между русским миром и западным миром лежит не по границе Российской Федерации, а по ментальности и по душе. So there is no geographical border. There is just a mentality that makes it different. И вот этот космизм, эта философия русского мира заложена была в золотом еще и серебряном веке. В частности, это научное направление. Вы видите Циолковский, Вернадский, Чижевский. So the founders of this paradigm, the Russian cosmism, are Циолковский, Вернадский, Чижевский. И вот еще несколько направлений. Это философское, религиозное направление русского космизма. And so there is also the philosophical and religious trends there. По сути, вся русская культура вопиет о новом, о новой организации мира. So they were all speaking about the new organization of the whole world. Да, которая не будет такой, как она в основном имеет место сегодня. Вот эгоистической, такой воинственной. That will be less egoistic and less militaristic. Да, это будет альтруистическое, more altruistic, да, социально справедливое общество. A more socially fair. Society. Итак, поэтому сегодня мы имеем основную проблему — потеря курса в принципе всего человечества.
So due to this, we conclude that there is a loss of the course of the whole humankind at the present moment. Итак, русский космизм кульминировал в живой этике. Это научные данные. So there is the essence of the Russian cosmos is in the book called or это живая этика. Live Ethics. Написано это, вот это книги, да, книги. So this set of the books of Life Ethics. Да, написанное пером Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерих, почетных граждан Санкт-Петербурга. Yeah, so they're written by Rerich. И вот русский космизм через ГРВ технологии. So the Russian cosmos through the GDV technology. Вот мы читаем в гранях огня йоги. Это вот грани огня йоги. Изобретение супругов Кирлиан не менее важно по своему значению, чем запуск космического корабля. And in one of those books of Living Ethics, it was 1960s, it was written that the invention by the Kirlian family is not less significant than the launch of the cosmic spaceship. Или вот это последнее вступление, вот заканчиваю вступление. Ярое нарастание мрака заставляет спешить со снимками излучений. А вот у вас видно прямо на экране, вот тут в ленте. Да. So, another day, like the end of the this introduction, that when it's getting too dark, you have to hurry up with the photographing the light. Вот снимки излучений, в общем-то, как мы понимаем, что это именно речь идет о ГРВ-технологиях, хотя вот данная книга написана еще, это 20-30-е годы, еще Кирлиан не запатентовал это. So you see that this was written in 1938, and this was not yet the Kirlian photography, but it can be also related to this technology too. И вот сегодня мы видим, преступность, там написано в книге, преступность есть болезнь психическая. Сегодня большой размах есть преступности, и она определяется в живой этике как психическая болезнь. Сегодня большое распространение получила преступность. So, so all, at the present moment, I need to translate this, I don't know. How to correctly translate this, sorry. Okay. So the criminality at the present moment of the humankind should be treated as the psychological disorder. И там написано о том, что ГРВ-технологии или Кирлиан-технологии позволят отделить, визуально отделить его от лжецов, лицемеров и недобрых людей, то есть это будет видно прямо по снимку. And this is citation that is saying that by studying the illumination, the emission, light emission of people, you can differ, distinguish like bad people from good ones, those who are liars and those who are good ones. Вот. Буду пропускать, чтобы... You just can notice the dates when these kind of books, these citations were made, and it was like first half and beginning of the second half of 20th century. И там написано о том, что в дальнейшем в паспорт будет вклеиваться, в наш паспорт будет вклеиваться еще ГРВ-снимок, который будет являться истинным паспортом человека. And what is interesting, you see, 1935, it is written that after all, in the passport of a human, there will be some kind of the aura photograph of the person that will be also be some kind of the only one true passport of the of a human being. Потому что этот паспорт будет говорить о нашем уровне, о уровне данного конкретного человека, его этических характеристик. Because, like, by watching on the emission, you can also correlate it with the moral qualities of this person also. И в дальнейшем там сказано о том, что будет установлена связь между снимками ауры, ну или излучения человека, и того места, на которое его можно принять на работу. And also it can be used for HR.
and PR in corporate world in order to understand by looking at these emissions whom to take to this job position or whom not to take. Вот, пропускаю некоторые моменты, они будут в полном докладе. И вот хочу поблагодарить вот нашего ангела Елену Григорьевну, которая познакомила нас с профессором Коротковым. So I want to thank Elena Grigorievna who has made this possible to meet Dr. Korotkov. Вот, с этого момента началось наше сотрудничество, и еще раз большое спасибо судьбе Елене Григорьевне, конечно, профессору Короткову. Вот мы начали благодаря подарку Константина Георгиевича, мы начали исследование этого прибора в нашем университете. Справа вы видите ректора нашего университета, это ведущий профессор нашего университета. So, thanks to this meeting, we've got a new BioWell device, and beginning from that moment, we started our investigation. Here on the photo, you can see the dean of our university in Donetsk. And, ректор of our university. Ректор. Mm-hmm. Okay. И исследования, которые мы провели, мы, в принципе, о них говорила Елена Григорьевна, мы просто повторили их на вот приборе BioWell. So, Елена Григорьевна has already told about such measurements, we just repeated them on the BioWell machine ourselves. Мы сняли человека, вот в данный момент, это человек, который мысленно совершает преступление. So, we have captured the person who is committing a crime at the present moment in his mind. Прошу обратить внимание, вот тут есть площадь, вот 112, там интенсивность, и вот следующий снимок, вот, смотрите, как изменяется площадь и интенсивность. Этот же человек в состоянии молитвы. So, the next, это уже следующий, да? Да, это следующий слайд. Да. So, the next slide is when the same person is in the state of praying. Вот, вернусь на один назад, вот, смотрите, 112, да, видите, 112 излучения. И вот следующее, 407, да, но и другие. Но это у вас сектор только челюсти показывает. Ну да, но тем не менее, да. Это просто одного сектора. Да, и вот дальше у меня вопросы к вам, уважаемые коллеги. Может, вы поможете нам как бы сделать анализ этих снимков, потому что мы понимаем, что это медицинский прибор, и он не был предназначен для изучения этих характеристик. И вот опять же мы вот другие взяли опять в двух состояниях. Вот это первое состояние — это преступление, и второе состояние — это состояние молитвы. Вот мы явно видим, меняются сектора, вот градусы меняются. Если вы нам подскажете, как это интерпретировать, мы будем признательны. We're not so good in doing the correct interpretation yet, and we're just in the beginning of this process. But the only thing that we see is there is a difference when a person is in the thinking about committing a crime and when person is praying, and it is visible on these kind of emissions that we see with the BioWell. Также и на вот этих снимках вы видите вот верхняя часть. And also on the diagrams, you see those area diagrams, as you know, that are also showing the difference between these two states. Да, разные рисунки, совершенно разные. Но как их интерпретировать, мы не знаем. Спасибо, буду очень признательна. Итак, промежуточные выводы. Полагаем, что ГРВ-технологии могут измерять этические характеристики. Вот, необходимо начать работу в этом направлении и определить применимость паспорта занимаемой должности, места в коллективе этического, а дальше мы расскажем об этическом интернете. Интересно. Okay, so the intermediate conclusions are that from our point perspective, it is possible to somehow make an assessment of the ethical characteristics of the person. So it somehow correlates with the emission that you see. Also, it is useful to start the work and defining the ethical passport of the person, maybe tendency to commit a crime or something like that. Also, we are thinking that it's maybe possible to apply this ethical passport to the position that this person is holding in the society. And also the ethical internet or something да, like that. Да, если успею. Итак, сейчас очень интересная проблема поставлена вот этим институтом Electrical and Electronics Engineers. Этим летом должны быть приняты этические стандарты для робототехники.
So, well, I'll do my best to do it fast. So, this institute, IEEE, the Institute of Electrical and Electronics Engineers, they have started developing a new standard from the point of view of ethics of the artificial intelligence. Вот. Большой вопрос. Вот уже издано несколько релизов будущих стандартов. Они делают стандарты для всего мира. So they are developing standards for the whole world. Вот. Издано несколько. Вот эти перечень этих стандартов различных. So on the left you can see the codes of these standards that they're working on, and one of them you can see the model process for addressing ethical problems during system design. Да. И вот дальше. Вот это с нулевого по 14. And also PE7010, well-being metric standard for ethical artificial intelligence and autonomous systems. И вот для нас большой вопрос, как робот может определить этичность человека. So, and it's interesting question, is it possible for a robot to define the ethical state of the person? И каким образом он это может определить? Какие сенсоры у него для этого есть? And what kind of sensors should be used in order to measure that? Они основываются, в частности, вот, на алгебре совести. К сожалению, слова совести в английском нет. Вот это... Это характеризует западный мир. У них даже такого слова нет, понимаете? I'm sorry. The thing is that there is no such... That the algebra is fine, but совесть, there is no such word in Latin, in English, это in очень German, интересный cetera, момент, cetera, да. In European languages. Okay, this is part... like God's part in you that knows what is right and what is wrong. And when you're doing something wrong, it tells you that you are not right, somewhere deep inside. Да. It's Russian word for that. Yeah. И вот, no translation, sorry. И вот есть, вот это, почему нельзя философию русского мира перевести на английский язык. Значит, смотрите, вот есть такие формальные подходы, это многозначные логики, теория вероятности и искусственный интеллект, многозначные логики. So there are different approaches, like various meaningless, meanings logic, the theory of probability, etc. Но ни одна из них, как по мне, не дает результата, и особенно после прочтения вот этой книги у меня вопросов стало еще больше, как чем до ее, чем до того. Conscience is not correct translation. Just believe me, I know Russian and I know English. Conscience is not that word. Okay, thank you. И вот в Санкт-Петербурге разрабатывается новое, но something. Значит, сегодня мы имеем на компьютерах английскую или западную логику. So at the present moment we're using the Western, the English logic in the computers, in the language. И вот сегодня в Санкт-Петербурге разрабатывается совершенно другая логика, которая называется логика Новороссии. У нас присутствует сегодня доцент от университета ИТМО Пшеничный Кирилл Анатольевич. And ITMO University here in St. Petersburg, where Dr. Kortkov was working. Да, was как раз они вместе на одной кафедре работают. They are working on this new logics that will allow to define this ethics and non-ethics. Things. Фактически это логика вот того нового мира, о котором мы вот читали раньше. Все, заканчивая, да. И вот последний, этичный интернет. Мы обещали. Mm-hmm, mm-hmm. Сейчас вот интернет, вы знаете, что, ну, представляю, я не буду опять пропускаю некоторые моменты. Вот есть некоторая иерархия знаний, которая возглавляет мудрость. Вы видите, вот на английском как раз вот здесь вот это присутствует. So this is just the hierarchy of knowledge. Да. Так вот, сегодня, к сожалению, к нашему сожалению, но это реальность мира, вот войти в новые в базы данных нужно просто заплатить. So in order in our world, in order to get into new database and get new information, you just need to pay. Каким образом вы заработали эти деньги, или человек? Не, so имеет, не имеет значения. Nobody cares where you've got money from. Мы понимаем, if you что pay, это, you get the knowledge. Мы понимаем, что это неправильно. So potentially you can feel inside that it's not correct. So you shouldn't provide information or some knowledge to some people. Но поскольку ГРВ снимок можно сделать, ну, любого человека. But as long as you can do a viable GDV screening of any person, мы полагаем, что вот этот этический паспорт будет позволять подняться в знаниях выше, выше и выше только людям этичным. So we think that the making such an ethical passport can allow to filter
whom to who should possess knowledge and who shouldn't. Мы описали наши предложения вот в этой книге «Этические алгоритмы мироздания». So we have written a book, published a book about the universe ethic algorithms. Английский вариант сегодня мы подарили нашим бразильским друзьям, китайским друзьям и в МГУ подарили. So we have presented several copies of this book to Brazilian friends, Chinese friends, and to Moscow University. На сайте конференции есть ссылка, которую можно почитать и на русском, и на английском языке в полностью эту книгу. On the official website of the SIS Congress, you can see the link to this book. Вот, спасибо большое. Эта книга была замечена в России, вот, написана в ДНР, как вы вот, она получила лауреата конкурса за лучшую научную книгу. So this book has got several diplomas and has won some grants and competitions. Вот, и выводы. Поэтому подтверждаем гипотезу исследования и полагаем, что на смену потребительской технократической цивилизации должно прийти одухотворенное гуманистическое общество. So we by doing this only initial measurements, we think that it is possible to measure the ethical characteristics of a person by the use of the BioWell and GDV technology, and we think that this consumeristic paradigm should be substituted with more spiritual and conscious paradigm. И помочь этому может величайшее открытие этого века ГРВ или Кирлян технологии. And we think that GDV and Kirlian technology can facilitate this process. Спасибо большое, извините, что перебрал. Thank you very much for your attention. Okay, thank you. Okay, so you see, it was in accordance with the program. It was very, we are very precise. Мы очень точны по программе. Only 6 minutes out of. And it was specially designed this day to show you variety of our approach. And сегодня мы специально так собрали день, чтобы показать разнообразие подходов. And it was from strict science by Professor Vayekov, very precise science, from my presentation of course scientific, up to different ideas. И вот это как бы мы специально сделали от очень строгих научных презентаций до действительно таких совершенно сумасшедших, может быть, идей. So it shows us that with this approach we are not just measuring something. We are measuring the energy of the world. И вот это показывает, что при помощи этой технологии, вроде, так сказать, простой, мы действительно можем мерить самые разнообразные процессы в мире. And we can measure from people, from health, medical side, to emotional, ethical side, to water, plants, cats, animals. So it's really big variety. Ну и действительно это показывает, что можем и от человека медицинские данные серьезные, и этические какие-то, может быть, даже моменты. Ну и дальше и вода, и листья, и собачек, и кошечек, и все остальное. So it is really big. Why? I always ask, why it is so many different lines? Ну и я всегда задаю вопрос, а почему так много различных линий при помощи, собственно, такого маленького приборчика? Because we are measuring quantum level of existence, quantum level of nature. And quantum level, it's the basic level of everything. We are quantum beings. All our systems operate on quantum level. It operates on the level of electrons, photons, mitochondria, electron-proton exchange. And that's why when we are measuring photons, quantum particles, we can penetrate this level. Ну и вот ответ это то, что мы измеряем, проводим измерения на квантовом уровне, потому что все, что существует вокруг нас в этом мире, как мы теперь понимаем, это кванты. Это квантовый уровень. То есть это уровень электронов, протонов, это уровень, и та же энергетика, это митохондрия, протон-электронный обмен. И когда мы меряем фотоны, свечение различных объектов, мы как раз и выходим вот на этот уровень. So, now, after 20 plus years of development, we see that it's coming more and more. We see progress, and we try to be involved in this progress. We follow up new trends in technology, in science, and I'm sure that it will be next steps of development. Ну и вот понятно, что сейчас мы следим за теми трендами, которые идут в мире,
в науке, в электронике, в компьютерных науках и следуем за этими трендами. And it's very important for us that more and more countries are involved in this process. That is tremendously important. And today, even today, you see this presentation of different countries. Europe, Asia, Brazil. So it's even it's difficult to get visa. So many people was unable to get visa. So it's crazy topics. But let's hope maybe it will be easier, because they promised to make it easier, but still. Ну и вот мы видим, что сегодня даже мы здесь видим представителей разных стран, и Азия, и Европа, и Латинская Америка, Бразилия. Ну и много кто не смог приехать чисто по визовым проблемам. Такая у нас ситуация есть, к сожалению. Но будем надеяться, что это будет улучшаться как-то ситуация. So, I hope that you like this day. Tomorrow will be another very interesting day, really very interesting, I promise you, because it's, if you look to the program, it will be really interesting presentations and different again, very different. Dmitry, he will start this day with his own research, and then after lunch we'll have tremendously interesting research from Brazil, tremendously interesting, I pay attention to this. So please, after lunch, come back in time. Right. Yes. No siesta. Yes. 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 So we invite all of you to come back tomorrow by 10, and we have another interesting day. And then after this, we have very funny gala dinner in a beautiful restaurant. Beautiful restaurant in downtown Nevsky Prospect, in a very nice place. So I'm sure you will enjoy it. Ну и завтра вот у нас тоже очень интересный день. Начнет его Дмитрий с интереснейшими результатами, которые он набирает много лет уже. После обеда будет тоже очень интересная презентация нашего бразильского коллеги, так что постарайтесь не опаздывать после обеда. Ну и остальные презентации тоже не менее интересные. Вот. Ну и потом у нас будет там гала-вечеринка на Невском проспекте в великолепном ресторанчике, где будет не просто интересно, но еще и весело. Так что надеемся увидеть вас всех завтра. So, hope to see you all tomorrow. Okay, thank you.